На набережной пустынные ветрено, редкие прохожие кутаются в шарфы и капюшоны. Погода нелетная, температура воздуха не превышает 17 градусов, а холодный ветер и вовсе к прогулкам не располагает. Душистую и трепетную цветущую черемуху по народным приметам называют виновницей холодов в мае. Но синоптики не столь романтичны и обвиняют во всем циклон, который пришел с запада и принес с собой и холода, и дожди. Вот этот фронт, который ночью дожди у нас были. Вот он отошел на восток, вот Самара. Это вот утренний снимок. Ночью были дожди, связанные вот с этим циклоном. В ближайшие три дня сохранится прохладная погода. Днем 12-18 градусов. Ночью ожидаются заморозки до минус 3 градусов. С субботы Самара будет находиться под влиянием фронтальных разделов, поэтому местами будут кратковременные дожди. Воскресенье обещает быть более-менее погожим днем, без ветра и дождя. По сведениям Гидрометцентра России, средняя температура воздуха во второй декаде с 11 по 20 мая ожидается на 4 градуса ниже средних многолетних значений. Не май месяц, по ощущениям, продлится еще как минимум неделю. Но и дальше синоптики не прогнозируют тепла. Потому в ближайшее время у самарцев будут в тренде шарфы, шапки и свитер под теплой курткой. Марина Матвешина, Константин Головин. События.